В Ульяновской области объявили имя лучшего ученика 2021 года. Абсолютного победителя выбирали среди сотни школьников со всей страны. Алло. Мама, здравствуй. Слушай, такое дело. Я сейчас на сцене как-то стою на какой-то. Вот. Ну, фамилию там назвали. Вагапов. Вот. Ну, получается, там говорят ученик года. Под бурные аплодисменты и конфетти со сцены педагогического университета Кирилл Вагапов звонит в Челябинскую область самому близкому человеку – маме, чтобы поделиться долгожданной победой. Спешит поздравить и вся команда. В руках диплом ученика года 2021 и путевка в Краснодарский край. Свою конкурсную работу Кирилл оценивал как огромный опыт на пути к своим целям. Такие форумы, большие конкурсы в связи с большим количеством людей, большим количеством коммуникации развивают soft skills, self skills, мягкие навыки, которые позволяют ужиться в обществе. Лучший ученик этого года приехал из Троицка, и его главная цель – оставаться самим собой, оставаться хорошим человеком. За лидерское место в 2021-м боролись 100 учеников из 38 регионов страны. За 5 дней каждый достойно заявил о себе. Среди ребят были очень уникальные личности. Например, среди конкурсантов был чемпион мира по чтению вслух. Это как бы тоже является для нас неким таким откровением и открытием. Хотя, даже имея такие титулы, ребята все соревновались на равных. Финалисты конкурса показали себя и в творчестве, и в дебатах, и решали интеллектуальные кейсы. Но в этом году школьников ожидал и краеведческий этап. О своем крае ученики рассказали через традиции, национальные костюмы и кухню. Это была просто театрализованная феерия. И членам жюри казалось иногда, что мы просто путешествуем по России. Ульяновская область собрала весь цвет российских школьников. Будущие общественники, ученые, программисты, политики и творческие личности раскрыли свои таланты на всю страну в стенах Ульяновского педагогического университета. Вне зависимости от того, какие у нас номинанты, кто у нас получил призы, вы все победители. Еще 10 лет назад региональный этап «Ученик года» только набирал обороты и уже в 2019-м завоевал статус всероссийского. Он стал опорой для сотни талантливых ребят. Марина Тимофеева, Александр Расохин, «Вести», Ульяновск.